Всем привет! Акция скидок на AliExpress в честь десятилетия площадки уже идет полным ходом, и сейчас я покажу вам новую подборку товаров, которые, по моему мнению, будут для вас полезны и интересны. Напишите в комментариях, что вам понравилось и что вы заказывали на распродаже в этом либо прошлом году. А сейчас давайте смотреть, приятного просмотра! Мощная бытовая бактерицидная лампа двойного действия, в которой используется ультрафиолетовый озон и двойная дезинфекция. Ультрафиолетовые бактерицидные лампы более универсальны и удобны в эксплуатации. Они могут не только достигать эффекта дезинфекции на поверхности предметов, в воздухе и в воде, но также устранять заплесневелые запахи, насекомых и формальдегид. Бактерицидная лампа использует двойную ультрафиолетовую и озоновую дезинфекцию, которая разрушает ДНК и РНК микроорганизмов, заставляя их терять способность к размножению. Она имеет металлическую основу, устойчива и долговечна, и подходит для дома и общественных мест. Щетка для вычесывания животных идеально подходит для вычесывания животных как для кошек, так и для собак. Также она является массажером, так что его не нужно отдельно докупать. Теперь вам не придется мучиться с шерстью и вычищать щетку вручную, стоит просто нажать на кнопку, и вся шерсть отделится от щетки сама. Увлажнитель воздуха и оригинальный ночник в виде оленя. Встроенная в увлажнитель Sothink установка ультразвукового распыления создает мелкодиспенсерную дымку, увлажняющую окружающий воздух и смягчающую последствия от воздействия горячих бактерий, помогая поддерживать здоровье кожи и легких. Капельки диаметром около 2,5 микрон благодаря своему малому размеру увлажняют только воздух, не образуя водяных капель на поверхности предметов. Легким прикосновением к кнопке можно включить ночник с теплым светом. 4 светодиода через рассеиватель особой формы равномерно выдают мягкие свечения температурой 3000 кельвинов, которая не раздражает глаза и помогает разглядеть предметы в темноте. Более того, функцию ночника можно использовать и отдельно, даже не включая увлажнитель. Держатель для туалетной бумаги с закрытой полкой. Очень полезная покупка в ванную комнату. Держатель защитит бумагу, а также другие ваши аксессуары, которые можно поставить в полку от влаги. Он компактен, удобен, презентабелен. В наше время экономии он не только отлично себя зарекомендовал, но и смог стать украшением любого помещения. Новинка среди маршрутизаторов. Это интеллектуальный двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi роутер, специально сконструированный для домашнего использования. Скорость передачи достигает 1200 мегабит в секунду. За счет технологии формирования луча Beamforming Plus, работы высокомощного усилителя и внешних антенн устройство позволяет транслировать потоковое видео и игры без задержек в любом месте и в любое время. Кроме того, встроенное интеллектуальное расписание Wi-Fi позволяет включать и выключать Wi-Fi автоматически, чтобы обеспечивать пониженное энергопотребление и уменьшать вредные воздействия устройства на здоровье окружающих. Благодаря работе мощного двухъядерного процессора вы сможете в полной мере насладиться онлайн-развлечениями, требующими высокой пропускной способности, такими как просмотр HD-видео и игры в сети. Это мегаполезные одноразовые салфетки для предотвращения перехода цвета и эффективной защиты цветного и белого белья во время смешанной стирки. Одноразовая салфетка обработана специальными ингредиентами, которые действуют по принципу магнита, эффективно защищают вашу одежду, захватывают лишние красители цветного белья и бытовые загрязнения во время стирки. Подходит для ручной и машинной стирки и для использования в любых температурных режимах и для любых тканей. Эффективно абсорбирует лишние красители цветного белья, а также бытовое загрязнение по принципу взаимодействия положительно и отрицательно заряженных ионов. Стильный бабушкафон с впечатляющими характеристиками, который отличается не только поддержкой разных стандартов связи, но и рядом фирменных фишек. Благодаря компактным габаритам и скругленным краям, его очень удобно держать в руке. Смартфон оснащен пластиковым корпусом и IPS-дисплеем с диагональю 2,8 дюйма, который гармонично вписывается в дизайн устройства. Кнопочный телефон оснастили аккумулятором емкостью 1480 мАч, которого хватит приблизительно на 7 дней в режиме ожидания. Сердцем телефона стал двухъядерный процессор, 256 МБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти, которую можно расширить еще на 32 ГБ с помощью microSD. Бабушкафон поддерживает работу с двумя сим-картами и рассчитан на работу в 2G, 3G и 4G сетях. Благодаря встроенному инфракрасному порту телефон может выступать в качестве устройства для управления телевизором, кондиционером и прочей бытовой техникой.
Детский умный термометр. Размером с большую пуговицу. Крепится наклейкий слой к груди или спине. Показания начинают отображаться на смартфоне через 3 секунды. Позволяет смотреть график изменения температуры. Также можно выставлять пороговые значения пониженной или повышенной температуры, при которых на смартфоне срабатывает звуковое уведомление. Термометр гипоаллергенный. Швабра со встроенной емкостью для воды. Такой вид швабры здорово выручит, когда нужно срочно убраться. Не нужно возиться с тряпками и ведрами. Просто залейте воду в специальный отсек, распылите ее с помощью одного нажатия кнопки и мойте пол так быстро, как это возможно. Тряпка из микрофибры эффективно удаляет грязь, волосы и мелкий мусор, а насадка поворачивается на 360 градусов, делая швабру маневренной, а уборку быстрой и качественной. Лестничные светодиодные светильники, реагирующие на движение. Ихнее прямое назначение – это внутренняя архитектурная подсветка, особенно подсветка ступеней лестниц. LED-светильник экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания, имеет впечатляющий срок эксплуатации, отличается скоростью монтажа, компактными габаритами, изготовлен из качественного пластика, мгновенно включается на полную яркость, не мерцает, не шумит, не греется. Это самый экологичный источник, а лаконичный дизайн подходит для различных направлений в интерьере. Губка с контейнером для воды. Она очень проста и удобна в использовании. Всего-то нужно открутить крышку, залить туда моющее средство, и она будет подавать жидкость. Губка с дозатором оснащена полой ручкой и открывающейся крышкой, куда заливается жидкость для мытья посуды. Наличие дозатора позволяет равномерно распределять моющее средство в процессе применения, уменьшает расход воды и моющего средства и защищает кожу рук от мыльной воды. Проточный водонагреватель. Этот нагреватель можно использовать на даче, где нет централизованных коммуникаций, или в квартире в летний период, когда отключают горячую воду. В отличие от резервуарных водонагревателей, проточные нагревают воду только тогда, когда это необходимо. Это позволяет экономить до 30% электроэнергии. Когда вы включаете воду, она попадает в систему проточного водонагрева. Когда вода отключается, система подогрева тоже отключается, а температура регулируется потоком воды. Чем сильнее поток, тем меньше температура. Оптимальная температура нагрева 60 градусов. Ледяная вода нагревается до 40 градусов всего за 3 секунды. Есть цифровой дисплей с отображением реальной температуры воды в данный момент. Этот нагреватель реально крутая штука. Светодиодный прожектор для внутреннего или наружного освещения с датчиком движения и питанием от солнечной батареи будет незаменим для каждого хозяина в условиях постоянного повышения стоимости электроэнергии, что позволит вам не только стать более независимыми от поставщиков энергоресурсов, но и сократить расходы семейного бюджета на электроэнергию. Аккумулятор заряжается от солнечной панели в течение светового дня, после чего прожектор может работать до 8 часов в зависимости от настроек регуляторов освещенности и времени освещения. Прожектор будет включаться автоматически днем или ночью и работать в непрерывном режиме. Или только при срабатывании датчика движения. Мойка высокого давления. Имеет мощность 1400 Вт, которая создает давление водяной струи в 70 бар. Это начальный уровень в сегменте моек высокого давления, но этого давления хватит для самых разнообразных задач. Мойка автомобилей и ковров, сайдинга, стен и окон, только пластиковых. Все это доступно за небольшую стоимость. Вес мойки составляет около 12 кг. Ее легко перемещать по территории, а вот длина шланга всего 3 метра, и могут возникнуть проблемы с брызгами, в зависимости от того, что именно вы моете. Лучше всего, когда длина шланга составляет 5 или 7 метров. В комплекте с мойкой вы можете выбрать различные гаджеты при покупке, например, пистолет-распылитель, бутылку-распылитель для моющего средства и другие полезные дополнения. Ортопедическая подушка от Xiaomi. Подушка имеет больше 10 тысяч маленьких воздухопропускных отверстий, которые высвобождают влажность и излишнее тепло, и выполнена из малазийского латекса, что говорит о том, что подушка не потеряет своих свойств на протяжении всего срока службы. Высокий уровень упругости помогает занять голове и шее правильное положение. Подушка приобретает нужную форму, чем и обеспечивает качественный отдых. Латексная подушка долговечна, она не деформируется и не оседает. Кстати, подушка бесшовная, что само по себе хорошо.
Первоклассный материал лицевой стороны защитит от частиц размером всего в микрометр, так что можно забыть о клещах и наслаждаться здоровым и крепким сном. Вот такие интересные устройства мне показались достойными вашего внимания. Как вам они, напишите в комментариях. Скидки продлятся до 1 апреля. Ссылки на страницы с большими скидками вы найдете в описании, как и ссылки на товары из ролика. Всем спасибо, кто ставит лайки и подписывается на канал. Будьте здоровы и пока-пока!